Yeah. Всем привет, меня зовут Ваша Клоуда. Я сегодня в Санкт-Петербургу, в Питере. Здесь очень холодно. И я вам сегодня покажу фристайл. Когда о погоде идет речь, мы всегда в Чехии шутим. Когда холодно, мы говорим холодно, как в России. По-чески это будет зима, как в Русске. Вот. И сегодня точно так же в Санкт-Петербурге. Погода здесь холодная. Даже красивая, но здесь холодно. Já jsem v Petersburgu byl už kde to raz pět, mě očím ponravil se Gorod a já že christianin, já očím lublu církve, je zde zaměčatelný církve. Je to mě očím rávit se zde. Vy si od ní uvidíte to, co ještě nikdy návěrně neviděli. Já že freestyler, já neobyčný freestyler. Já mohu pokazovat ruky s lubým předmětem, například s mobilním telefonem, nebo s šajbou.